очередная карабулька, пакетосик. Уже посолиднее. Здесь, конечно. Здесь у нас на S5 заказывался чехол, который закрывает полностью. Но он, по-моему, должен быть без стекла. Хотя нет, положили даже стекло. Следы использования присутствуют, царапины, стекло и все остальное мы положим. Ну и как вот в такой карабульке оно могло нормально доехать. Уже не нравятся две вещи здесь. Это вот эта вот штука, которая будет цепляться. И это вот эта, которая уже у нас наискось куда-то смотрит, которая в ближайшее время просто отвалится. Какой-то такой софт-тач покрытие. Не знаю, как оно в стирании и залатывании будет. Но заказывали для человека, которому очень захотелось новый чехол. Отдадим и посмотрим. Обычно такие чехлы встают идеально, но за счет вот этих вот выпирающих штук на кнопках цепляются в кармане, цепляются за одежду. В общем, кто хочет полностью на 360 градусов защитить свой телефон, ссылка будет в описании.